Зарыбление водохранилища растительноядной рыбы относится к числу наиболее значимых природоохранных мероприятий. Смоленская АЭС проводит их на протяжении 16 лет. Всего за это время в водоем-охладитель атомной станции было выпущено свыше 120 тонн рыбы. 9 ноября в акватории базы стоянки плавсредств Смоленской АЭС прошел второй этап осеннего зарыбления. В водоем выпущено 570 штук двухлетних белых амуров и 910 толстолобиков. Средний вес рыбок – 400 грамм. Общий вес запущенный в озеро рыбы – около 6 тонн. Для молодой рыбки условия в нашем водохранилище идеальные. Это те виды рыб, которые в вашем водоеме просто необходимы. Толстолобик является фильтратором, то есть он питается планктоном, фитопланктоном, и то есть тем самым убирает лишнее цветение водоема. А белый амур – это мелиоратор, поедает жесткую растительность. То есть это чтобы ваши водоемы, берега сильно не зарастали. Зарыбление водохранилища травоядными видами рыб поддерживает экологическое равновесие в водоеме, предотвращает зарастание дна водорослями и препятствует разведению планктона.